Что означает понятие «принять прибежище»? Чем отличается буддизм от даосизма? Тем, чем Будда от Лао Цзэ отличается? То бишь ничем. То есть ничем. Все состояния этих людей во все времена были одинаковыми. Каждый в силу каких-то культурных, национальных, исторических особенностей говорил это в силу способности выражать, вот, то есть эту бесконечную энергию втискивать в образы слов, действий и проливать вот, ну, вокруг себя. Вот что такое. Принять прибежище — это трюк такой, на самом деле, который делается для того, чтобы занять эго. Потому что что может принять прибежище из того, что входит туда, по ту сторону, вот, ну, иллюзии, туда, в абсолютную свободу? То, что не имеет никаких прибежищ. Ему нечего принимать, понимаете? Некому. Прибежище — это занятие, вот на самом деле, да. Это правильно его принимать, кстати, это неплохо, это очень хорошо. Это на самом деле как аффирмация. Ду-ду-ду-ду-ду, правильно. Вы ее делаете, это срабатывает, как любая техника. Смотри на меня. Да все вот так. И так животом. Не, в глаза смотри. Иди сюда. Подойди. Покажу сейчас. Чем цепило путь оргазма? Я бы взял парочку. Смотри в глаза и вот так дыши со мной вместе. Вот так как будто вдыхай, сжирай меня. И так потом все, давай. Дышите тише, чтоб слышать, как она дышит. Ограничения, говорит, хорошего понемножку. Вероятно, больше. Дура, всю жизнь жить в угол. Молчи. Что такое принять прибежище? Вот вам и прибежище. А принять. Вот так часто бывает, говорят, дай. У Рамакришны один ходил ученик, говорил, дай, дай, дай. Он говорит, ну ладно. На. Вот через сутки прибежал, говорит, забери. Дай мне, я не буду. Как Кастанеди говорил Дон Хуан, это не нуждается в вере, этот путь. Это просто действие, которое работает. Вы делаете, и потом вы обнаруживаете, что вы изменились. Но когда вы вне, пока вы еще не прошли, вы не можете правильно узнать, нужно вам это или нет. Потому что то, какой вы сейчас, как вы об этом думаете, он от него ничего не останется, когда вы пройдете этот путь. Я очень завидую девушкам в зеленой кофте, которая была с вами сегодня так близко. У всех на глазах. А знаете что? Одна девушка, ну нет, давно мне один знакомый говорил. Ой, как про одного человека. Ну там приезжал какой-то человек. Он говорит, ой, как я вот это книжки его читала. И мне нравится, я хочу быть близко, чтобы он влиял. А как стал влиять, она говорит, знаете, не надо, лучше издали, типа, любить.